Я очень удовлетворен прошедшей сессии, потому что удалось собрать мнение бизнеса, мнение регулятора по поводу того, что предлагает бизнес, и как-то укомплектовать данные позиции в некую общую систему. Мы обсудили текущее положение проекта закона о государственном регулировании цен тарифов. Я думаю, что мы пришли к общему пониманию того, что нам нужно двигаться в канве конструктивного диалога бизнеса и ведомства и с привлечением, обязательным привлечением независимых экспертов в сфере экономики и права. На мой взгляд, у нас есть все основания для того, чтобы в будущем за год завершить все противоречия, которые существуют между бизнесом и регулятором по вопросу данного закона, и в 2019 году презентовать рынку уже готовый и принятый федеральный закон. На мой взгляд, данный закон, безусловно, нужен, как закон, который не существовал до настоящего времени на рынке и в Российской Федерации вообще. Я полагаю, что в рамках правоприменения будут решены и заточены остальные аспекты тарифного регулирования, и мы сможем двигаться в рамках уже существующих на законодательном уровне утвержденных принципов тарифного регулирования.